Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в новинку игр, которая называется Ice Shelter. Ну что ж, давайте посмотрим, что она из себя представляет, эта игра. У нас вот идет загрузка. Немножко она почему-то лагает, но ничего страшного. Так, специальные скиллы. Ага, понятно, значит, здесь будут у нас новые персонажи. Вау, заставка. Что тут произошло? Апокалипсис какой-то. Оу. Мутация произошла. Пошло истребление человечества. И они себе сделали новый дом. Точнее, убежище. Все ясно. Так, Джоан нас приветствует. Добро пожаловать в твоем убежище. Так, что? Назовите себя. Хорошо, назовем себя, как обычно, ребята. Рэй. Что тут придумывать, да? Принимаем. Вау, неплохое имя. Позволь мне немножко тебе помочь. Так, вызови первого своего сумона. Ну, давайте посмотрим, кто это у нас будет. Опа-на. Зет. Принимаем. Вау, у тебя новый герой. Давай продолжим. Выбери следующего. Не этого сумона. Давайте призовем. И у нас... Вау. Нифига у нее там шприц. Тесак в руке. Вау. Неплохо. Так, давай возвращаться. Флойд. Здорово, маленький брат. Сейчас ты отправишься в пустошь. Я типа, это мой водила, да, Флойд? Ну что ж, поехали, посмотрим, что там у нас. Это большая карта нового Эдена. Твой первый взгляд на этот мир. Ну давай посмотрим. Да, тут не так счастливо, как хотелось бы. Для начала сделай себе формацию. Установи персонажей. Ага, просто на них кликать надо, что ли? Понятно. Что ж, начало заманчивое такое. Давайте смотреть дальше. Так, часть первая. Какой-то пес. Используй скилл. Так, здесь у нас Normal, Advantage и Disadvantage. Это что означает? Не знаю, ребята. Сейчас посмотрим. Раунд начался. Ова, ова, нормуль. Что, на раз, что ли? Неплохо. Так, продвигаемся с вами дальше. И тут кто-то нас будет встречать. Вау. Смотри за энергией, когда используешь скиллы. А, я понял, ребята. Смотрите, внизу полосочка из 12 кругляшков. То бишь, у меня сейчас 4 энергии. Ни на что не хватает почему-то. Хм. Не хватает энергии, пишут. Ладно, давайте пропустим. Ох, ничего себе, она турбинами-то жарит. Нормуль. Ага, у них тут... Если я не выставляю скиллы, они автоматически бьют. Как им заблагорассудится. Теперь все нормально, давайте применим. Ага. Так, погодите, что-то я немножко не пойму. Давайте вот так, может быть, сделаем. Ага, все, ребята, разобрался со скиллами. Да хорош, псина. На-ка тебе шприцом. Зет, какого фига ты там уснул? А, что, прошли, ребята? Ну что ж, неплохо. Победа. Получили золото. И уровень. И 20 каких-то... Опа, ракета какая-то у нас тут балаболит. И она присоединяется к нашей армии. Мастер, вы не промах. Вы, типа, смогли взять на свою сторону персонажа. Ну что, маленький брат, как тебе пустошь? Понравилось?
Так, здесь у нас супер ключ для призова еще одного персонажа. Ну что ж, давайте призывать. И кто здесь у нас? Ух ты! Ванда. Так, принимаем, конечно, 3 звезды у нее. Это супер раритетный герой был. Опять этот маленький бро, типа. Ты будешь нашим генералом, что-то такое. Подожди, давай-ка мы для начала улучшим персонажей. Ну, давай. Так, если у тебя хватает запчастей, ты можешь это сделать вполне. Опа-на, ребята, новый скилл открыли. Что ж, довольно неплохо. Потом тебе будет открыт магазин, и ты сможешь там что-то покупать. Ну что, типа, отправляйся опять в пустошь. Смотри, твои герои дерутся с монстрами. Так, ну я вижу. Мне что-то надо сделать. Может быть, собрать. Опа-на, завалили они. За бои ты получаешь опыт и энергию. Понятно. Так, бой в пустыне. Следующий уровень. И мы едем. Ага, так, что тут у нас? Пока я что-то не могу понять. Так, давай расставим твоих героев. Ну что же, я это сделал. И мы продолжаем с вами бой. Уже в пустыне, насколько я понял. Так, отлично. Идем. О, а вот этот чувачок мне очень знаком. Ребят, я думаю, что вам тоже. Помните игру Fallout? Там такие чувачки были. Ну-ка, вот так вот. Z у меня получается как танк. Ясно. Давайте что-нибудь попробуем. Вот так, может быть, подождите. Хотя да, хватает. Ух, готов. Салабон. И мы с вами к какому-то боссу подошли. Это что за чудило-то? Со знаками, телепат какой-то. Ну что ж, телепат, пора тебя наказать, наверное, да? У меня 12 энергии. Так, одну мы активировали. Подожди, а зачем я отключил? Вот так, походу, делаем. Так, следующий скилл. Это у нас, я так понимаю, лечка. Пока, наверное, не будем ее использовать. И вот так. Ну что ж, запускаем, смотрим, что получается у нас. Ох, нифига она. У нее массовый урон. Отлично. Победа за нами. Ну что ж, довольно неплохо. Такая мультяшная графика меня, в принципе, устраивает. И мы получаем с вами 3 уровень и 20 каких-то капучино или макачино, что такое. Пора возвращаться в убежище. Хорошо, а это, я так понимаю, персонажи у нас показываются, которые будут. Квесты. Так, за выполнение квестов вы что-то будете получать. Заберите свой реворд. Хорошо. Так, и мы получаем с вами опыт и еще опыт. Почему-то 2 каких-то опыта. Так, Чиую. Так, ну что, ты будешь продолжать исследовать пустошь? 1-3. Ну что же, ребята, я думаю, что можно. Вот это вот у нас враги, я так понимаю, показываются, да? И реворд, который мы с вами сможем добыть. Давайте глянем. Квит. Ага, тут можно еще по разным путям идти. Вот оно что. И у каждого, ребят, смотрите, один у нас какой-то заморозкой действует, другой огнем, молния и радиация. У каждого свои параметры. Вот оно что. Ну, давайте глянем. Слушайте, довольно прикольно. Мне нравится. Не знаю, как вам, ребята. Если что, пишите в комментариях. Опа. И я так понимаю, что лед, наверное, эффективен против огня. Радиация, я не знаю, против кого. И электричество тоже не знаю, против кого. Опа, подхил. Так, отлично. Блин, понизило мне что-то. Тварина это. На-ка, получи. Опа-на. Сундучок выпал, он нам пригодится. Раунд 3. Ну-ка, давайте-ка вот так вот сделаем. И сюда вот так. Смотрим. На, получи турбинами. Так, добивай этого огненного.
Да, ребят, смотрите, ледяной очень хороший дамаг наносит огню. Все, и кто у нас там сейчас будет? Босс какой-то. Я не знаю, кто это такой, но сейчас увидим. Какие-то мутированные мексиканцы. В самбреде, как полагается. Ну-ка, давай масухой. Ёлки-палки. Тут, ребята, оказывается, нужно убить главного. И остальные, смотрите, все умирают. Ну что ж, победа за нами. Дадут уровень, нет? А нет, дали. Четвертый левел мы зарабатываем. И персонажи у меня получают по уровню. Все причем. Шикарно. Так, что у нас дальше? 1-4. Все, я понял, ребята, что это за баночки. Это наши ходы. В данный момент у нас осталось всего 36. Мы можем потратить. Так, а почему бы и нет, да? И смотрите, у нас копятся карточки на какого-то супергероя. 100 карточек можно собрать. А нет, 24. И мы получим нового персонажа. Так, ну что, Зет? Ага, здесь только так можно идти. Ух, 3 робота этих. Ну, сейчас мы вас накажем по всей строгости. Давайте так посмотрим. Ага, лед против электричества не особо хорош, но тем не менее, смотрите. Так ты же оглушен вроде бы стоишь, я как посмотрю. Нет, выделывается еще что-то, а? Слушайте, у меня довольно персонажи какие-то крепкие, чересчур. Давайте еще разок. Так, поехали. Слушай, ты, конечно, ракета хороша. Воу-воу-воу-воу, что он делает? Ракета, ты хороша, но у тебя дамаг какой-то ничтожный, если честно. Ты своими турбинами. Вот у кого самый нормальный, это у танка. Так, ну что же, давайте тогда, наверное, вот этот вот взрыв какой-то. Покараем их всех. Блин, о, добили, я думал, не добьем. И тут у нас Басяра, по ходу дела. Точно, нифига он там прикрылся какими-то пешками. Эх, жалко, нет масухи. Сейчас бы я как всем бы тут дал бы жару. Давайте сделаем так. И вот так. Посмотрим. Получи, гадюныш. Давай-давай, руби. Ну, лед на лед как-то тоже не ахти. Добиваем. Отлично. Так, сундук упал. Ох ты, нифига он там. Ну, дамаг на самом деле у босса вообще ничтожный. Вы сами это прекрасно видели. Так, давайте вот так сделаем. Теперь, как говорится, будем бомбить самого главного босса. Большой бум называется у нас скилл. И причем, когда я навожу на него, чтобы хоть кто-то делал, все начинают автоматически его атаковать. Так, снесли одного. Раунд 6. Ну что, пора, наверное, добивать его. Подхилимся вначале. Отлично. Вау, что такое-то? Нифига ты кританул там, парнишка. Не пора ли тебе отдохнуть-то малость? Черт, не добили еще, а? Какой-то Франкенштейн. Смотрите, у него болты там в плечах торчат. Ну все, сейчас мы его добьем, ребята. По любасику. Давай-ка супер ударом его. Вот так вот. Отдохни, парнишка. Ну и этот автоматически сдох, потому что главаря нету. И наша победа, ребята. Все выполнено. На 3 звезды. Получаем с вами 5 уровень. Энергии тут всякие, смотрите, дроп, золото. В общем, все как полагается. Ревард какой-то, ребята, смотрите. За первый день, я так понимаю. Ух ты, здесь еще можно забрать 10 чипов и 2 сундука каких-то забрали. Нет, донат нам не нужен. Так, тут смотрите, пооткрывалось у нас. Так, максимум. Это можно забрать? Нифига там сколько мне дали. Так, а это, я так понимаю, можно, наверное, вскрыть, скорее всего, да? Давайте использовать. Чип какой-то нам дали. Интересно, что он делает. А здесь что? Ага, здесь у нас детали. Так, здесь у нас опыт, который можно почему-то продать. Я не собираюсь его продавать. А здесь все детали, которые мы заработали. И чипы. У нас, смотрите, сколько, немало.
Их куда-то, наверное, вставлять надо, скорее всего. А это что у нас такой? Ранг лиги. Че, не американцы, что ли, пока играют? Ну да, ребята, игра, видать, вообще свежак. Еще, смотрите, народу практически нету. Но уже 5 кланов американских почему-то сделано. Так, смотрите, за день второй. О, могу вот это забрать. Сколько? 20 тысяч энергии. Нет, 20, да, 20 тысяч энергии там дали. Так, понятно. В общем, здесь все. Это у нас за дни. Так, мостик. Давайте посмотрим. Опа, она у меня 5 карточек есть. Ну-ка, давайте-ка. Неплохо. Это интересно, что такое? Кого можно выбрать или что? Что-то они не активируются. Давайте еще раз крутанем. Хо-хо, еще какие-то. Ага, ребята, тут еще, смотрите, самон. Сердечки за дружбу, короче. Если у тебя есть друзья, ты получаешь сердечки, и за них ты можешь что-то приобретать. С этим мы разберемся немножко позже. Давайте глянем, что у нас тут за герои. Вот они, новенькие у нас персонажи здесь. Обезьяна какая-то. Так, это наш Z. И мы можем что-то с ним сделать, ребята. Мы можем улучшить скилл. Смотрите, максимально, если мы хотим, это 1550 энергии. Блин, у меня, наверное, столько и нету. Так, а здесь у нас... Ага, 220 мы будем тратить. И тем самым улучшать. А у меня 550 тысяч энергии, что ли? Я не пойму. И можно еще апгрейдить его. Ух ты, новый скилл нам открылся. Подлечка. Так... И тут еще, смотрите, вот так можно. У нас баночки с экспой. Мы, соответственно, тратим ее. И у нас растет от этого уровень. Точно, ребята, растет уровень. И так по чуть-чуть подрастают параметры. Вообще практически незаметно. Так, у меня всего 60 их сейчас останется. Блин, может быть, приберечь на кого-нибудь другого. Ага, можно и так, какая разница, в принципе, как улучшать. Что там юзать, что здесь, нажимать на апгрейд. Ясно все. С этим мы вроде разобрались. Так, что тут у нас? Кодекс какой-то. Что за кодекс? Ага, ребята, это персонажи, смотрите, это все. Оу, ничего себе. Неплохо, смотрите, какие у него скиллы, обалдеть. Какой-то ремонтник, что ли, типа того. Ага, можно поменять скин ему. Че, 88 уровень? Нифига, блин. Так, это у нас на R, это на N. R это раритетки, SR это супер раритетки, да? А SSR это супер-супер раритетные персонажи. Так, здесь, смотрите, у нас... А, мы можем еще даже повысить скилл. Насколько хоть прибавляется? Ага, практически по 1% за 2 раза. Да, на скиллах тут можно разориться, ребят. Так, ну что, с этим Z-ом у нас все понятно. Оу, вот она барышня. У нее, кстати, вот этот вот массовый урон. Давайте немножечко прокачаем. Все? Биг бум называется, большой взрыв. Так, а здесь интересно, сколько мы можем раз апгрейдить. Все, ребята, 3 разика всего. Понятно, не знаю. О, что это такое? Герою можете поставить чип. Ага, оденьте один из чипов. Так, ну давай. Этот чип дает энергию герою. Так, и можно его куда-то установить, да? Позиция. Ага, вот оно что. Ну, в принципе, эта роль-то не играет, наверное, я думаю. Хотя фиг его знает, для чего это сделано. Может, их как-то можно объединять потом. Так, а это у меня хилка идет. Давайте ей тоже улучшим. Так, смотрите, улучшается. А, все. Все, больше не дают. Но я могу здесь улучшить, как вы видите. Параметры выросли, и открылся новый скилл. Так, давайте... А почему не... А, материалов нету, елки-палки. Давайте тогда здесь тоже 3 или 4 разика, сколько? 4,
5 раз можно было ей увеличить скилл. И я так понимаю, на этом все. Так, ну это у нас персонажи, это понятно все. Так, что тут еще у нас есть? Комнаты, еще много комнат не открыто, как вы видите. Это у нас пустошь наверху. Поехали, посмотрим, что у нас тут на карте. Так, это мы забираем? Да, ребята, это мы забираем. И опять какая-то псина нам встречается. Так, и мы отправляемся с вами в пустошь. 1-5. Поехали. Хуит. Может усыплять врагов и что-то гипнотизировать чужие цели. Давайте, наверное, по низу пойдем. Я так понимаю, это мы можем 10 карточек открыть. И нам достанется этот персонаж. Скорее всего, так. Ну что ж, давайте попробуем избить их всех. Не, ну действительно, какой-то слабый дамаг у ракеты. Оу. Хиллер-то у меня как жжет. Довольно неплохо. Так, отцепись. Вот, бейте лучше Зеда, он у меня танк крепкий. Давайте массовый, наверное, бумчик сделаем, да? Вот сюда, вот посерединке. И все, наверное, слягут. Отлично. Блин, смотри-ка. Босс, вот он, в конце, в самом, притаился. Так, поехали далее. Давайте так сделаем. И вот так. Хватит ему, нет. На-ка, получи. Готов. И продвигаемся дальше, ребята. И тут уже стоит какой-то мини-боссик. Ага, видно, видно его. Так, давайте, наверное, массовым ударом сделаем. Так, отлично. Блин, не добили. Не добили, ребята. На-ка, выкуси. Оу, с удара, нифига. Мы его с удара завалили, ребят. У него резиста не было. Сопротивляемости 0. И очередная наша победа. Уровень дадут, нет? Да, ребята, 6-й левел дали. И у нас открылся магазин. Это, я так понимаю, в нашем убежище. Сейчас мы зайдем и глянем, где он здесь у нас. Так, генератор. Вот, шоп. Ну-ка, что здесь у нас? Кто ты такая, девочка? И что ты мне тут предлагаешь? Смотрите, можно купить карточки, причем очень много за золото. И за энергию можно взять. Соблазн велик, очень велик. А это мне не дано пока, да, наверху. Ладно. 25 уровень нужен. Здесь 28 и здесь 15. Кого, персонажа или любого героя, интересно мне знать. Давайте, может быть, что-нибудь приобретем. 1875 энергии. Ну-ка, давайте. Так, ну это какие-то запчасти, и они нам нужны. Ну-ка, давайте вот это возьмем. Ага, распродано. То бишь, по одной детали я могу всего лишь покупать здесь. Ладно, и через час магазин обновится. Оу, сколько тут реварда, ребята. Забираем, 7-й левел получили. Довольно быстро у нас идет раскачка. Так, забираю все. 8-й уже. Так, энергии-то надавали, елки-палки. Ее что, солить? Я думаю, там дальше будет просто жесть. Это первые уровни, можно так сказать, обучающиеся. Поэтому 9-й левел заработали мы, ребята. Так, и все, больше здесь мы ничего сделать не можем. Мостик. Так, ничего у нас пока здесь нету, карточек у нас не хватает. Значит, здесь нам делать нечего. Хотя, подожди, за 3000, ну-ка. Оу, ребята, мы взяли просто за энергию, купили себе персонажа, эльф. Заморозка, 2 звезды, раритетный. Ну что ж, неплохо. Так, давайте глянем. Слушайте, а где они все вообще? Так, ну-ка. Немножечко, совсем, буквально чайную ложечку мы сейчас потратим, энергия. Точнее, не энергия, а экспы. Ё-моё, там внизу-то какие флакончики можно приобретать для раскачки персонажей. Ага, вот он, новиночка наша. Узнать бы, что она делает только, а, ребят? Так, шейк-демон. Ничего себе.
Интересно было бы посмотреть ее в деле. Что она из себя представляет? Ну, это эльф, наверное, перевоплощается в кого-то. Так, 12 уровень, 13. Так, ну все, наверное, оставим маленько на остальных. Так, тут ее можно закрепить. Так, ага, максимум, ребята, у меня 50 персонажей может быть. Жаль, жаль, конечно. Что там орет наверху там? Чайки летают, что ли? Оу, а тут можно купить капучино, латте и моча. Моча за золото. А почему такое время-то? С 12 до 6, с 6 до 22, с 22 до 6. Ха, странно. Вот это мне, конечно, немножко непонятно. Блин, может вступить куда-нибудь, а, ребят? Так, а тут искать. Давайте вступим, а. Блин, да не хочу я у американцев играть, ребята. Вот честно вам говорю, лучше нафиг, нафиг. Давайте выйдем, не хочу я. Лучше я в русский клан вступлю потом, если он будет. Интересно только, как его создавать. Вот это вот вопрос. Так, что тут у нас? Он у нас 22 уровня. Наша Зедушка. Так, а что это такое? А, мы можем тоже воткнуть ему чип, ребята. И у меня 5 чипов есть. Так, ну-ка давайте-ка вставлять. Отлично. Смотрите-ка, они как бы плюсуются. Так, HP плюс 20. Ага, дает ХПшечки нам, да? Так, и еще. Интересно, еще один есть? Ай-яй-яй, нету, ребята, не хватает одного. Блин, было бы прикольно. Наверное, они соединяются вместе и дают какой-то определенный бонус. Ну что же, в принципе, игруля мне понравилась. Я не знаю, как вам, ребята, пишите в комментариях. Ну, а на этом я буду завершать свой выпуск, такой обзорчик. Всем спасибо за просмотр и до новых видосиков. Всем пока, ребята.